Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 9 февраля. Страдание святого мученика Никифора. В Великой Антиохии Сирийской жили некий пресвитер по имени Саприкий и простец гражданин Никифор. Они питали друг другу такую любовь и так были дружны, что некоторые считали их родными братьями. После многих лет такой дружбы им позавидовал ненавидящий все доброе дьявол и посеял в них такие плевелы вражды, что они не желали даже встречаться друг с другом на дороге. Так они возненавидели друг друга. И насколько прежде между ними царила любовь и дружба, настолько после по действию сатаны воскипела у них друг к другу ненависть и вражда. Прожив в такой ненависти и вражде друг с другом довольно долгое время, Никифор, придя в себя и уразумев, что эту вражду сеет дьявол, стал просить своих друзей и соседей, чтобы они отправились к пресвитеру Саприкию и умолили бы его простить его кающегося и возлюбить прежней любовью. Но пресвитер не захотел оставить своей вражды против него. Тогда Никифор снова послал других друзей с той же просьбою, но пресвитер и их слушать не захотел. Он также отверг и в третий раз посланных и не послушал их моления, и таким образом не преклонился на милость, дабы простить брата, смиренно ищущего прощения. Наоборот, ожесточив сердце свое, он оставался неумолимым, забыв слова Господа, нашего Иисуса Христа, сказавшего: «Отпустите, и отпустят вам. И еще, если принесешь дар твой к алтарю, и там вспомнишь, что брат твой имеет нечто на тебя, то оставь там дар твой перед алтарем. И шед прежде смирись с братом твоим. И еще, если не отпущаете человекам согрешения их, ни Отец ваш Небесный не отпустит вам согрешений ваших». Тогда Никифор, видя, что Саприкий пресвитер не хочет принять ходатайство о нем, сам пошел к нему и, припав к его ногам, сказал ему: «Прости меня, отче, ради Господа, прости». А Саприкий даже не взглянул на него, он был человеком немилосердным и не имел ни любви, ни страха Господне. Будучи христианином и пресвитером, он и без просьбы должен был простить брата своего. Не получив прощения, Никифор пошел от него посрамленным и отверженным. В это время в царствовании Валериана и Галлиена, как христианин, схвачен был и Саприки, и представлен был Егемону на истязание. Валериан царствовал с 253 по 259 год, сын его Галлиен царствовал с 260 по 268 год. Егемон спросил: «Как имя твое?» «Я называюсь Саприкием», — отвечал тот. «Какого ты рода?» — спросил Егемон. «Я христианин», — отвечал Саприкий. «Ты клирик?» — снова спросил Егемон. «Я пресвитер», — отвечал Саприкий. Тогда Егемон сказал: «Цари наши, владыки страны этой и всех пределов римских, Валериан и Галлиен, повелели, дабы те, кои именуют себя христианами, принесли жертвы бессмертным богам. А кто, презрев, отвергнет повеление царское, тот пусть дознает, что он после всевозможных мук осужден будет на тяжкую смерть». После этих слов Саприки, предстоя Егемону, сказал: «Ой, Егемон, мы, христиане, имеем царя, Христа Бога, ибо Он один есть истинный Бог и Создатель неба и земли, моря и всего, что находится в них.
те же боги языческие суть бесы, и да уничтожатся они с лица всей земли. Как дела рук человеческих, они никому не могут помочь. Тогда разгневанный Гемон повелел растянуть его на колесо и безжалостно мучить. Среди этих истязаний Саприхи сказал Гемону: «Ты имеешь власть над телом моим, над душою же моей не имеешь никакой власти. Над ней имеет власть только один, создавший ее Иисус Христос». После этого Саприхи мужественно претерпел все причиненные ему муки. Видя его непреклонным, жестокий судья издал на него такой смертный приговор: «Пресвитера Саприхи, презревшего царское повеление и не пожелавшего принести жертвы бессмертным богам и оставить христианское заблуждение, повелеваем усечь мечом». В то время как Саприхи шел на казнь в надежде получить небесный венец мученичества, блаженный Никифор, услышав об этом, поспешил к нему навстречу и, припав к ногам его, сказал: «Мученик Христов, прости меня, я согрешил перед тобою». Тот же на это не ответил ему ничего, так как сердце его по-прежнему было объято бесовской злобою. На дальнейшем пути к месту казни святой Никифор снова припал к ногам Саприхи, говоря: «Мученик Христов, прости меня, в чем я согрешил перед тобою, как человек. Вот тебе дается с небес венец от Христа, так как ты не отвергся его, но исповедовал его имя святое перед многими». Саприхи же, ослепленный ненавистью и жестокосердный для прощения, оставался неумолимым, вовсе не показывая намерения простить его. Он даже и слова не сказал к упрашивавшему его собрату, так что даже сами мучители удивлялись ожесточению Саприхи и говорили Никифору: «Такого безумного человека, как ты, мы никогда не видели. Теперь вот он идет уже на смерть, а ты еще усерднее умоляешь его. Разве по смерти он может чем-нибудь тебе повредить? И зачем тебе нужно примиряться с тем, кто сейчас умрет?» На это святой Никифор ответил им: «Не знаете вы, чего я прошу у исповедника Христова, но Бог знает». Когда они пришли на место, где Саприхи должны были усечь мечом, святой Никифор снова обратился к нему: «Молю тебя, мученик Христов, сказал он, прости меня, если я в чем согрешил перед тобой, как человек. Писано, просите и дастся вам. Вот я тебя умоляю. Итак, подай мне прощение». Но жестокосердый друг его Саприхи не преклонился на такие моления. Он не вспомнил слов Господа: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и искреннего твоего, как самого себя». Но, закрыв уши, сердце своего и тело, оставался как глухой аспид, отвергая моление заклинающего его. Итак, Саприхи не внял реченному в Евангелии, что кто прощает ближнему своему, тот и сам будет прощен, и не послушал слов Господа: «Какой мерой мерите, такой и вам отмерится». Вот почему Господь, праведный судья, по справедливому суду своему отъял благодать свою от Саприхи, и тотчас же тот отпал от Господа и лишился сплетенного им для себя венца мученичества. Когда мучители сказали Саприхи: «Преклони колени твои, чтобы мы могли отсечь голову твою», он сказал им: «За что вы хотите усечь меня?» Воины на это ответили: «За то, что ты не хотел принести жертвы богам и ослушался царского повеления ради некоего человека, именуемого Христом». Услышав это, окаянный Саприхи сказал им: «Не убивайте меня, ибо я исполню то, что повелевают цари. Поклонюсь богам и принесу им жертву». Так ненависть ослепила сердце Саприхи. Она отторгла его от благодати Божией. И он, прежде мучимый и не отвергавшийся Христа, теперь, вместо того, чтобы приять уже мученический венец славы, отрекся от жизни вечной и стал отступником. Услышав эти безумные слова Саприхи, Никифор стал со слезами на глазах умолять его: «Не делай этого, о возлюбленный брат! Не отвергайся Господа нашего Иисуса Христа, не губи того венца небесного, который ты сплел себе среди твоих страданий.
Вот у дверей стоит Владыка Христос, который снова явится тебе и воздаст тебе жизнь вечную за эту временную смерть, которую ты пришел принять на это место». Саприки же не слушал его молений. Он спешил к вечной смерти, теряя вместе с тем ту бесконечную жизнь, которую должен был восприять через один удар меча. Святой же Никифор, видя, что Саприки совершенно отпал от святой веры и отторгся от Христа истинного Бога, начал громким голосом так взывать к мучителям: «Я христианин! Я верую в Господа нашего Иисуса Христа, коего отвергся Саприки. Итак, усекните меня вместо Саприки!» Воины, не смея умерщвлять его без повеления Егемона, весьма удивлялись, что он самовольно предает себя на смерть, совершенно свободно восклицая: «Я христианин, и вашим богам не принесу жертвы!» Тогда один из мучителей, явившись к Егемону, возвестил ему, что Саприки обещался принести жертву богам. «Но есть некий, — добавил он, — который желает умереть за так называемого Христа и потому громко восклицает: «Я христианин, богам вашим не принесу жертву и царских повелений не послушаюсь». Услышав это, Егемон приказал Саприки отпустить на свободу, а Никифора вместо него усечь мечом. Так святой мученик умерщвлен был за Христа. В 9-й день месяца февраля, около 257 года, и, радуясь, отошел ко Христу Господу, дабы приять от десницы его венец победы и предстать ему в лике святых мучеников, славящих Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице Бога, ему же честь и поклонение, слава и держава во веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.